Здравствуйте. Сегодня пришла еще одна посылочка с сайта TinyDL. Сейчас мы ее распакуем. Распаковал ее заранее, а из коробки достанем сейчас. Это вот такая вот тринога или трипод. 7-дюймовый. Заказывал для своего фотоаппарата. Сейчас мы его раскроем, поставим. Вот такая вот штучка. Довольно удобная, довольно устойчивая, в принципе. Вот. Исполнение на очень хорошем уровне. Ножки держатся крепко. Раздвигаются, ну, одной рукой даже с усилием. Есть верхняя головка, она вертится. Вертится тоже довольно легко. Крутится так, крутится так. Сверху все это прижим... То, что держится, прижимается... То, что вертится, прижимается болтом. И вот становится неподвижно. Вот такая штучка. Ножки, кстати, у нее телескопические. Выдвигаются. Сейчас мы их выдвинем. И вот она принимает как раз свои размеры. Как я уже говорил, это 7 дюймов. Очень удобная штучка. Если надо что-то снимать на длительной выдержке, или нужно просто, чтобы камера меньше тряслась. Разъем подходит как для фотокамер, так и для видеокамер. Но, конечно, большие фото- и видеокамеры ставить не советую, так как все-таки эта конструкция легенькая, и камера ее попросту перевесит, если угол сделать другим. Стоит она буквально рублей 60, точно не помню. Ну, в общем-то, очень хорошая вещь, стоит своих денег. У нас бы ее можно было купить рублей так за 500, не дешевле. Потому что любая аппаратура для камер, будь то триподы, или другие подставки, стоят довольно дорого. Вот так вот компактно складывается. Легкая. Грамм 20, наверное, весит. Ну, нравится. Покрашено отлично. Ножки пластиковые. Сама конструкция алюминиевая походу. Верхняя головка пластиковая. Ну и болтик. Вот, в общем-то, и все. Спасибо за внимание.